Ну так, 19 минут опоздали. Да. Сейчас все. А вот слева, ну, Volvo. А чуть дальше там Honda.
раздражает, конечно, если не по-детски. Маневрах. Батарейка закончилась как раз. Вот, как я говорил, у меня светофор был открыт в маневрах. Теперь карликовый светофор открыт. И скорость максимальная 20. Я почти приехал в Гент. В Гент Северный. Других светофоров здесь больше нет, только в конце, поэтому бояться особо нечего.
принципе, вот и все. Я отцепляю состав. Потом отгоняю тепловоза в тупик. Меняю кабину. Меняю здесь тепловоз. И возвращаюсь назад. Вот такой вот сервис сегодня был.